Илья, добрый день. Мне нужно разбить вордовские файлы, вордовские книги. 18 книг Махабхараты, это большой эпос, разбить на главы. Десятки глав в каждом файле, в каждой книге. И оно начинается с определенного слова. Глава такая-то, глава такая-то. Вот. Я надеюсь, с помощью вашей программы решить эту задачу, но программа на Windows 7 не запускается, точнее запускается и закрывается. Куда она уходит, я не знаю. Возможно, вы знаете. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, что сможете понять, что ей не нравится на моей 64-разрядной системе. Спасибо.